Привет-привет. В общем, я засняла. Это было 1 мая. Мы с девочками ходили в один парк. И по дороге, пока мы туда ехали, встретили... В общем, нас перекрыла вот такая демонстрация, очень интересная, организованная. Наверное, у нас уже в России, не знаю, какое, когда такое может быть, только если под флагами «Единой России». Вот, флаги разных стран были представлены, люди бастовали, свои права какие-то отстаивали, все очень спокойно, мирно, благородно, классно. Женщины были под фиолетовым флагом, вон даже собственные какие-то там испанские коммунисты. Вот, здесь многопартийность, свобода слова, так что каждый имеет право выразиться. Перекрыт был вообще весь город, мы вообще не могли проехать, и, по-моему, сам даже водитель автобуса этого вообще не знал, потому что мы встали, и мы стояли в этой демонстрации полчаса. Я это все снимала, смотрела, наблюдала, но пришлось, в общем, свернуть и объехать. Там, вон, кстати, полосатый флаг немножко виднеется, это флаг нашей Валенсийской области. Вот, в общем, интересно было понаблюдать. Вот это, в общем, как раз Renta Básica de las Iguales. Это что-то вроде одинаковая оплата труда, как я понимаю. Одинаковые выплаты или пособия имеется в виду, минимальная оплата труда. Ну, в общем, конечно, здесь они очень сильно отстаивают всегда свои права, особенно в Испании и во Франции. И показать хотела вот сайт Canva, на котором тоже можно видео монтировать или там фотографии с флагом войны в Украине и флаг Украины. И, значит, у меня на компьютере War in Ukraine. Вот такой вот пометка. Это я сижу на очереди, жду, когда мне дадут документы мои. Это мой госпиталь, Hospital de Alicante. Вот. Крупный такой, большой, поэтому там много разных отделений. Так, хоть веки давно чуть не была в магазине. Значит, яйца 6 штучка, а нет, 12 небольших эмочка. 2 евро сейчас. 2,15 элечка, вот эти побольше. И вот эти яйца. Там сколько? 24 штуки. 4 евро, 3,95, целый бенедикт. Кстати, красочные яйца. На пасту, евро 70 уже вареные. Косидос это сваренные, готовые. Вот это у нас новое появилось, не было. Хотя какая-то другая была, 200 грамм вообще. Чудо де Пало это филе, нарезанное ветчина и индейки. Если кому-то интересно, может цены посмотреть, какие-то остановите, посмотрите на паузе. Пасхальная какая-то колбаска, 2 евро. И не помнишь. Ой, вот это вкусная, не знаю какая, печень трески. Вот это вот, очень вкусно, вообще нереальная. А как это так? Что-то я... Типа паштет, наверное, какой-то, да? Ой, вот эти альмехонес вообще супер. И альмехас, альмехонес лучше. Они, короче, те, которые поменьше, лучше. Вот эту надо попробовать. У нас дома стоит. И вот это, интересно, пиканта, это остренькая. Но я хочу попробовать не острую, а... В общем, есть, называется сальса де американо, вот это вот. Это как наша, на вкус как килька в томате. Так, манго и папайя. Папайя 4,89 за килограмм, манго 2,60 за килограмм. Это если в Меркадоне, я всегда беру на базаре Теулада. Папайя там по 1,5-2 евро, по-моему, за штуку. Есть по 1,5, есть, по-моему, по 2,5, если не ошибаюсь. У нас уже арбузы.
5 евро за четвертинку, капец. В России не поймут. В общем, у нас подорожали чипсы. Чипсы обычные испанские, из картошки, просто с солью и оливковым маслом. Но, по-моему, они... Почему они подорожали? Я не пойму, они же на оливковом масле вроде жарятся. Или они на гирасоль? Гирасоль – это подсолнечник. И они, наверное, из-за этого, может, их дороже поставили. В общем, почти 2 евро за пачку. И в пачке 2 штуки. Вот одна, и там еще вторая. И получается, каждая пачечка по евро. А они были евро 10, евро 0,5, евро 15, как-то так. Вот у нас... А, это не лейс, это чили и лимон. Лайм, в смысле. Ну, так назовем. Давай. 2 евро, да? Да. Давай. Семечки здесь мне не нравятся. Просто если погрызть, полузгать. Вот. Колонитас дульсис. Это просто такой коктейль для пива. Евро 20 стоил мой любимый сидр безалкогольный. Вот этот вот сейчас евро 40. Как на 20 центов. Вот. Такой еще есть. Астуриана, кстати, так же стоит, да? Вот они одинаково стоили. Но этот алкогольный. Этот я такой не пью. 4 алкоголя. 4? Иду... А, 4,1. Я думала, 4,5. Шампусик за 2 евро. А вот помнишь, тогда это девочки приносили тоже безалкогольное шампанское какое-то? Это вот где оно такое? Да? А, 3,30. Ого! Смотали его погулять. Ага. Ну, это недорогущий, конечно. Вот этот хлеб тоже брали. Евро 39 он стоил, сейчас евро 30... Ой, господи, евро 55. И это... Он какой получается? Подливанный? Черный? Не помню. Ну, это вообще евро 80. Евро 80 вообще с реалиси с семечками и... Ну, здесь 720 грамм, а здесь вот 600 грамм. Так, отдел конфет. Так, это вот, кстати, аналог нашего этого Рафаэла. Это как Ferrero Rocher. А вот эти я всегда беру к чаю, типа Twix. Евро 30. Раньше они были евро ровно. Или евро 10 они стоили. Офигеть! И то, что могло подорожать, и то, что не могло подорожать, все равно все поднялось в цене. Вот, кстати, без сахара конфетки. Наверное, заменителем сахара с сахариной. Так. Вот они сделали, получается, киндер-чоколад, 2,65 оригинал, а это их свое, собственно, испанское, евро 70. Сделали, значит, ополаскиватель с какой-то сладостью, какая-то выпечка интересная. А, так, спа, обычный такой, видать, свежий, цветочный, тальк и... Нутриве. Это что такое? Это что-то, не знаю, не понимаю. И асуль. Это, наверное, лугами пахнет какие-нибудь свежести. Гипоаллергенный. Так, 6.20. Извини, что мне тут палец кажется. Интересно. Я, кстати, здесь никогда не беру. Я беру в магазине Дия для стирки. Вот, отбеливающий. А, или колор. Бланка и колор. И то стирает. В общем, я думаю, это отбеливающий какой-нибудь. Вот такой вот я типа того беру. Вот этот. Вот этот и алоэ. Мне нравится, как пахнет. Вкусный. 3,90. Так. Деликатное белье. 2,55. Это со свежим запахом каким-то. 3,90. Я, мы приобретали что-то типа такого, да? Ты помнишь, что-то у нас привыкло вот тут есть? Нет, это для чистки трубы. Ну да, да, вот. А. Ну, а для однакипи кальций вот этот. Видишь, смывать. Для этого, значит, листированного тут масла. Столько кальция, столько накипи каждый раз на чайниках, везде, на этих бытовой технике. Ужас. Че? Вот у нас. А, ванная. Для ванной.